Начинается наш рассказ про волшебников, но также и про вас. Сам собою летает вглубь, одна песня, не то сирень, не то труп. Песенку мне луна и шептала небылицу мне волна, но до конца рассказ мне в предрассветный час рассказал, как ни странно, тишина, что в истории произойдет. Я, поверьте мне, не знаю наперед. Этот мой рассказ с другими схож. Угадай, где в нем правда, а где ложь? Он про мальчика и про гвоздь. Про любовь и доброту, но и про злость. А что случится в нем? Узнаем мы потом. Вот я вижу, идет странный гость. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. La la la.